Впрочем, если не устраивает украинская система медицины, теперь можно будет попробовать британскую. Врачам из Украины станет легче выехать в Англию. Там открывают границы для профессионалов из стран, не входящих в Евросоюз. Почему Лондон решил смягчить для них визовый режим, знает наш субкор Светлана Чернецкая. Заграничным профессионалам станет проще устроиться на работу в Британии. Лондон впервые за многие годы решил упростить визовые требования для высококвалифицированных работников из стран, не входящих в ЕС. Это в первую очередь касается сферы здравоохранения. На сегодня только в Англии не хватает 10 тысяч врачей и 35 тысяч медсестер. А по всей Британии это число достигает 93 тысяч. И ожидается, что после выхода страны из Евросоюза кризис может усилиться. Сейчас многие вакансии занимают медики из других стран ЕС, которым довольно просто устроиться здесь на работу. Но по прогнозам, после Брексита Британия утратит свою привлекательность для граждан ЕС, и полагаться нужно будет на страны, не входящие в общую экономическую зону, такие как Украина. Мы хотим установить такую иммиграционную политику, которая бы приветствовала людей, желающих сделать свой вклад в развитие страны, которые готовы применять свои квалифицированные навыки у нас. Я четко понимаю, под каким давлением сейчас находится наша система здравоохранения. И сейчас мы больше, чем когда-либо, нуждаемся в докторах и медсестрах. В последние годы тысячи медиков отказывали в британских визах. И вовсе не потому, что им не хватало опыта или знаний. Исключительно из-за установленного лимита на количество зарубежных квалифицированных работников. В год Британия принимала не более 21 тысячи медиков, инженеров, айтишников, учителей и других профессионалов из стран, не входящих в ЕС. Все из-за опасений Министерства внутренних дел по поводу массовой и неконтролированной миграции. Теперь же из-за критической ситуации в здравоохранении медучреждениям разрешат на 40% увеличить квоту для сотрудников из-за рубежа. Это ежегодно на 8 тысяч докторов и медсестер больше. А поскольку медиков выведут из общего визового лимита, то появятся места для большего количества айтишников, инженеров и учителей. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».